просто не могу в это поверить. Весьма такой необычный рабочий день. Ну, сейчас не рабочий, просто сейчас перерыв, чаек. Напарники пока ушли машину починить. А в целом работа заключалась в том, что останавливали машины, собирали данные, анкеты, кто, откуда, куда, почему режим карантина нарушают. Всякие уведомления им там давали. Сейчас у меня жилеточка, как у гаишника. Правда, не на мой размер. Она постоянно расстегивается. Никак не захреначить ее. Ну, по крайней мере, этот день оплачиваемый. С 8 утра до 4 вечера постоять с перерывами. Хорошо, что хоть чай есть. Хорошо, что здесь все так более-менее цивильно организовано. Иначе я бы здесь волком взвыл. На улице дубак, несмотря на то, что кажется, что там летняя атмосфера. Вокруг вон, если будет видно, нет, снежочек. Ветер с той стороны как раз дует, со стороны снега. Как дуванет такой, до костей пролежает. А я еще хотел куртку эту не брать с собой. Думал, жарко будет. Из плюсов еще, кстати, то, что бесплатно покормили. На завтрак, правда, манная каша была, я не стал жрать, ну его нафиг. Пюрешки поел с собой, которые брал. А на обед картошечка, мясо, салатик и суп. Вот это уже по-человечески. В общем, понедельник у меня прошел вот так вот, более-менее относительно лайтово. Не самое идеальное, но если так будет раз в неделю, то почему бы и нет. И да, это было все в добровольно принудительном порядке. В администрации города не хватает волонтеров. Вот в порядке принуждения волонтеры появились. Ничего. Делаем все, чтобы помочь любимому городу. Вот такие дела.